Привет, друзья! С вами тут у нас Скетч. Мы распаковываем сегодня июньскую коробочку с маркерами. Тут у нас Скетч Маркер Бокс. Июньские коробочки были посвящены защите природы и помощи Всемирному фонду природы, ВВФ. Это, кто не знает, фонд защиты дикой природы. У них такой логотипчик в виде панды. Вы наверняка их видели. Это очень чудесные ребята. Часть средств от продажи всех этих коробочек в прошлом месяце мы перевели им для помощи, для нашего вклада и вашего вклада также в этот фонд. Давайте посмотрим, что было внутри этих коробочек и решим, что мы будем рисовать с вами этими материалами, которые мы здесь найдем. Итак. Чудесная шуршащая бумажка, которая защищает все ваши материалы от деформации во время транспортировки до вас, пока почта или курьер вам их везет. Что мы здесь видим? Мы здесь видим очищающие салфетки влажные, чтобы протереть руки, если вдруг испачкали их в маркере. Мы видим огромное количество маркеров. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Это маркеры про маркер. У нас здесь, я вам сейчас сразу их разберу по оттенкам. У нас два коричневых, один темный, это walnut, и один чуть посветлее, какао. У нас здесь два желтых, один теплый, чуть потемнее, Sunflower Y156, и второй посветлее и похолоднее, лимонный Y747. У нас здесь два синих, опять-таки один посветлее, B555, один потемнее, B624. У нас один зеленый цвет G724 и три красных оттенка. Светлый R228 Baby Pink, чуть потемнее средний тон R156 карминовый и еще более насыщенный яркий красный цвет Berry Red, это R665. Вот такие у нас цвета маркеров. Итого у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это базовая палитра из 10 цветов. На самом деле этого, в принципе, достаточно для того, чтобы нарисовать не очень сложную, но очень яркую, замечательную иллюстрацию маркерами. И сегодня я покажу вам, как это сделать в уроке, который будет идти чуть попозже. Что еще мы находим в этой коробочке? У нас идет Linear Pigma Micron толщины 0,05. Эта толщина 0,05 соответствует толщине кончика линера, равной, видите, какой тоненький, совсем тонкий, толщина 0,02 миллиметра. Такая будет линия. Нет, не 0,02, наврала. 0,2 миллиметра, да. Белая гелевая ручка для расстановки бликов и исправление каких-то небольших ошибок. У нас с вами есть какая-то вкусняшка, чтобы ей подкрепиться. Что еще? Так как наша коробочка посвящена природе, и каждый из нас хотел внести свой вклад, мы с вами в этой коробочке будем взращивать свое вдохновение, взращивать свой креатив и одновременно помогать природе. Представляете? Как думаете, как это можно сделать? Это магия. Магия Doodle & Sketch. В этой коробочке лежит вот такой вот керамический горшочек, специальный грунт и специальные семена, чтобы вырастить вот такую декоративную траву. Это небольшая инструкция о том, как это можно сделать. Здесь все очень просто, вы обязательно во всем разберетесь, все обязательно получится. Я сейчас покажу, как это выглядит. Это вот такой чудесный горшочек керамический. Это вот такой специально подготовленный грунт. И семена. Это то, что вас здесь ждет.
обратно. Чуть-чуть я просыпала грунт, пока показывала. И это скетчбук Doodle & Sketch. Он будет лежать в каждой коробочке. В чем его прелесть? Во-первых, в том, что это профессиональный скетчбук для маркеров. В нем профессиональная бумага для маркеров, фирменная Doodle & Sketch Marker Paper. Здесь 100 страниц или 50 листов. Этот скетчбук раскрывается на 180 градусов абсолютно свободно из-за вот этого мягкого корешка. Вам не нужно будет заминать страницы, мучиться, придумывать какие-то скрепки, что-то еще. Вы просто раскрываете разворот и начинаете рисовать. Это очень удобно. Мы этот скетчбук делали вместе с иллюстратором, архитектором и скетчером Светланой Грязновой. Она тестировала миллион различных бумаг, которые мы ей предоставляли и которые мы придумывали. И в итоге именно эту бумагу она одобрила. И именно на этой бумаге, в этих скетчбуках, она рисует сама до сих пор. Я сама рисую на этой же бумаге, в этих же скетчбуках, и это очень круто. Сзади вы найдете выдавленный логотип Doodle & Sketch. Обложка здесь из экологического переработанного крафтового картона. Мы с вами помним, что мы ориентированы на природу в этом месяце. Внутри вы также найдете три листа непромокашки, которые вы можете подложить под листы скетчбука, чтобы маркеры не просочились на нижнюю страницу, потому что профессиональная бумага в этом скетчбуке, она не двухсторонняя, это не Canson the Wall. Это профессиональная бумага, она позволяет накладывать миллион слоев, то, что не позволит сделать Canson the Wall, но вам нужно будет подложить непромокашку на всякий случай. Обычно она нужна, если вы кладете 10-15 слой. В любом остальном случае, обычно она вам не понадобится. Так что внутри вы сможете найти набор стикеров. На этой бумаге получаются идеальные градиенты, цвета не теряют яркости, то есть бумага не ест цвет. Так что обязательно пробуйте, уверена, вы влюбитесь в него и потом захотите рисовать только в нем. Что еще у нас здесь лежит? Давайте посмотрим, я сейчас положу сюда маркеры. Сюда положу скетчбук. Так, с ручкой мы с вами разобрались. О, смотрите, что мы здесь нашли. Что это за красота такая? И это, дорогие друзья, набор стикеров. Это стикеры Doodle & Sketch. А это стикеры. У нас тематика природы в этом месяце. Все эти стикеры посвящены природе, флоре, фауне и представителям ее. Мы здесь найдем различные листы тропических растений, мы найдем вот такие забавные наклейки с лисой, с антилопой, с попугаем, с рыбой фугу, с волком, с осьминогом, масса всего. Вы можете наклеить это на свои иллюстрации, в свои скетчбуки, подарить это детям, племянникам, двоюродным братьям. Все это на тематику природы, все это для того, чтобы мы с вами помнили, что мы живем на одной планете и как важно о ней заботиться. Что у нас с вами есть в этом пакетике? Это тоже набор стикеров. Это набор стикеров, маленькая шпаргалочка для нас и для всех, кто получил эту коробочку, чтобы мы помнили, как важно заботиться об окружающей среде. Она напоминает нам о сельском хозяйстве, напоминает нам о том, что можно самим выращивать что-то, так как мы с вами будем выращивать эту траву. Она напоминает нам о том, что можно меньше использовать пластиковые пакеты и стараться использовать больше тканевые и носить их с собой в магазин. Она напоминает нам о том, что можно использовать силы природы, например, ветра для того, чтобы производить электричество, что нужно экономить воду и экономить свет, выключать его обязательно
А если вы его не используете в какой-то комнате, не жечь электричество просто так, хранить и беречь природные ресурсы. Это маленькая такая шпаргалочка для всех нас. Если, например, у вас есть дети, будет очень здорово в игровой форме, например, рассказать им о том, как важно беречь окружающую среду. И последнее, что мы видим в этой коробочке, это набор бумаги Doodle & Sketch Marker Paper. Это 200 грамм. Это такая же бумага, как в профессиональный скетчбук Doodle & Sketch, только в листах, в наборах. В этом наборе 12 листов, еще есть 24 листа. Кому что удобнее использовать, если вы, например, сканируете свои иллюстрации и не рисуете на разворотах, вы можете использовать такую бумагу, чтобы было проще сканировать свои иллюстрации. Вот такой у нас получился набор. Вот такая чудесная коробочка, посвященная природе. Мы с вами будем этим набором маркеров рисовать замечательную бабочку. Будем смотреть, как делать градиенты. Будем смотреть и учиться, как передавать яркость и движение бабочки. Потому что коробочка посвящена природе. И, конечно, нам очень хочется изобразить на иллюстрации что-то с ней связанное, что-то прекрасное, воздушное и немножечко волшебное, такое, как бабочка. Мы с вами дальше будем приступать к уроку. Этот урок будет доступен всем, у кого есть вот такая коробочка Doodle & Sketch Marker Box июньская, посвященная природе. И также он будет доступен тем, у кого есть подписка, оформлена подписка на видеоуроки на платформе Doodle & Sketch. Она стоит всего 390 рублей. Вы можете оформить ее в любой момент и получить доступ на 30 дней. На 30 дней более чем к 264 урокам, включая этот, который будет снят по этой коробочке. Так что всех ждем. Будем рады видеть вас, членов наших студентов. И давайте приступать к рисованию замечательной бабочки. Очень красивый темно-синий цвет, называется Midnight Blue B624. Берем светлый цвет. Рядом вплотную. Накладываем темный цвет. Возвращаемся к светлому цвету. И проходимся по границе, залезая на оба цвета. Два коричневых, хоть один темнее, другой светлее. При этом при создании градиента и наложения мы видим, что светлый цвет чуть подъедает темный. Поэтому мы возвращаемся к темному цвету, накладываем его еще в один слой, возвращаемся к светлому, проходимся по границе. Самая светлая часть вот этих крыльев мы с вами сделаем светлым желтым цветом. Дальше вот эту часть мы перейдем к более темному желтому цвету. Видите, вот эти точки на стыках, мы их переносим, точки туловища, переносим их на чистовик.